Всем привет, с вами обзорщик. Продолжаю рассказывать о проекте Mirex. Для тех, кто не знает, напомню, что это биржа, также на ней можно будет токенизировать цифровые активы, а она помогает различным компаниям это делать. В этом видео расскажу про новости проекта, а также расскажу про адвайзеров и про команду, и что вообще интересного есть на платформе. Напоминаю, сейчас у них проходит IO, и желающие могут присоединиться. Для этого нужно зарегистрироваться на самой бирже, нажать вот сюда Mirex.io, вы попадете вот по этой вкладке, и нужно будет войти в ваш личный кабинет, и после этого можно будет уже купить токены. Сейчас я еще детальнее изучил проект, и он мне начинает больше нравиться, в связи с тем, что у него действительно опытная и интересная команда, и сейчас к ним присоединились топовые адвайзеры. О них я расскажу чуть ниже. Это страница IO, здесь представлена вся информация, написано, что вот токен сделал уже около 2000%, но эти проценты, такой бешеный рост увидели только приватные инвестора, потому что они инвестировали в проект по цене чуть больше 2 центов за токен, а сейчас он торгуется на бирже по цене в 45 центов, то есть представляете, какие это иксы. Нам же сейчас с вами вы его можно купить только по 40 центов, ну и это в принципе ниже, чем цена на бирже. Но что будет после того, как разлочат токены, проданные в IO, никто не знает. Поэтому думайте сами, как говорится, решайте сами. Во втором квартале 2020 года нам обещают листинг токена Mirex на биржу первого уровня. Это действительно круто, будет много ликвидности. Возможно, стоит не продавать токены сейчас после IO, а подержать их и увидеть рост цены. Я хотел вам рассказать подробно о команде проекта и о адвайзерах. Начнем с команды проекта, а именно с основателей. Это Григорий Рыбальченко и Ирина Хевер. У обоих основателей большой опыт в сфере блокчейна и развития бизнеса, а именно более 10 лет. Еще одно характерное отличие и большой плюс обоих основателей, то что они, во-первых, работали с крупными компаниями, советниками, консультантами, стратегическими директорами. Что касается Ирины, она консультировала очень большие нефтегазовые компании с оборотом больше 500 миллиардов долларов. Лично я считаю, что основатели с таким опытом имеют большое видение на свой проект и далеко идущие планы, а также знают, как его развивать и как им управлять. У них несколько адвайзеров, перечислять я их все не буду, вы можете познакомиться с ними на сайте. Также у них сейчас появилось два новых топовых адвайзера, это Моника и Джейсон, они оба представляют CGS Group. У Моники солидный опыт, более 12 лет в B2B бизнесе и в консалтинге. И весь этот опыт она получила, работая именно в тех регионах, в которых развивается Mirex. Касательно кандидатуры Джейсона Кинга, то он является топовым консультантом по блокчейну. Он успешно консультирует такие компании, как Alphabit Fund, Finbush Capital, AELF, VideoCoin и еще несколько компаний с большими именами. Все эти проекты успешно развиваются. Некоторые из его проектов, такие как AELF, также развиваются на рынке Африки. И, конечно, Джейсон им в этом помогает. Джейсон не только консультирует, он еще и основал компанию Flash. Это криптовалютная компания, которая ориентирована на высокоскоростные переводы для финансовых сервисов вне банковской сферы. В общем, у Mirex появилось два новых топовых адвайзера, и можно даже похлопать этой статье, потому что она мне действительно понравилась. Да, еще хочу сказать то, что на бирже Mirex есть пара не только к Тезеру, но и к доллару и к евро. То есть можно продать биткоин, эфир, либо же Тезер к евро или перевести в доллар. Для некоторых это важно, перевести токены не в стейблкоины, когда торгуют, а именно в доллары или евро. Вот, пожалуйста, об этом они здесь пишут. То, что есть пара к евро, есть пара к доллару.
И одна из последних новостей, то что можно купить криптовалюту сейчас и инвестировать в ее прямо с карты, с кредитной, либо же с дебетовой. Ну и хочу еще напомнить, то что у них сейчас идет розыгрыш, я о нем недавно рассказывал. Вот реферальная программа, либо реферальные тикеты, переходите сюда. У меня уже 7 прямых билетов, активно я их активировал. Подробную информацию о розыгрыше я рассказал в предыдущем видео. Пожалуйста, заходите и смотрите. Участвуйте и выигрывайте. На этом я с вами прощаюсь. С вами был обзорщик. Всем добра и веры в крипту.